примером стало эвакуирование легкового транспорта с улицы Гребенской. Причиной – жалобы таксистов, не имеющих возможности спокойно работать. Постоянно не хватает свободных мест на стоянках. Убирать с дороги лишние автомобили. Так полицейские будут усмирять нарушителей правил парковки весь летний сезон. Крайние меры должны заставить водителей задуматься о правилах дорожного движения и о безопасности на дорогах. Кроме того, за неправильно припаркованный автомобиль придется оплатить штраф и потратить бесценное время на возврат четырехколесного друга. Желаете сберечь время, деньги и нервы? Соблюдайте правила и уважайте участников дорожного движения.